Я объясню, почему я так радуюсь солнцу. Просто все дни, что я болела, на улице был туман, серость, тучи, ветра, дожди, ливни. И ни разу не было хорошей погоды, и уже казалось, что вот просвета не будет. Но при этом я всю эту погоду люблю, она мне близка по душе, и мне было комфортно, уютно, но немного страшно от звуков ветра. Вот. И так как столько дождей я не видела, наверное, никогда, и у меня уже складывалось впечатление, будто бы все это навсегда. Но вот вышло солнце, это первый день мой, когда у меня нет температуры, и я себя более-менее нормально чувствую. Мне кажется, солнце для меня сегодня, что я выжила, поэтому мы с Джессом сейчас, наверное, пойдем гулять. Нет? Не пойдем? Не понимаю, что происходит. Ладно. В общем, вот, я рада. Спасибо всем, кому интересно, чему я радуюсь. Так, я людей обманывать не люблю, но я с маской, потому что я после болезни, окей? Лучше так. История у меня есть очень смешная про походы к врачам. Я очень люблю к ним ходить и думаю, что они меня не так сильно любят, но каждый мой выход туда – это настоящий выход в свет. Я до врача и я после врача – это вообще два абсолютно разных человека, две личности, и я и с одной, и с другой не особо сильно знакома, потому что они появляются редко, но метко. В общем, когда я захожу к врачу, если у них там висят видеокамеры со звуком, то можно вырезать прям серию стендапов моих, это было бы просто великолепно. Ну, конечно же, я поникшая всегда, потому что мне страшно, я захожу и говорю: «Привет, врач, знаешь, сегодня твой день. Хорошо, что именно я тебе попалась, потому что ты сможешь назвать мою болезнь своей фамилией, я тебя поздравляю». Просто иногда у меня создается ощущение, что болезнь, которая у меня появляется, это моя только болезнь, и все, и больше ни у кого ее нет, хотя там у меня обычный грипп или вирус, или, ну, там, кашель, вот. Ну, конечно, я прям так врачам не говорю, но я повеселить их я умею, да. Вот, и про те две личности, что до врача и после врача, ну, когда я прихожу туда, я вот, я прям... Все, мне конец. Но когда я выхожу от врача, и он мне все по полочкам раскладывает, успокаивает меня, объясняет, тратит свое время как психолог в каком-то роде. Я ухожу, и я так счастлива. Моя жизнь, вот сейчас видите меня, это я после врача. Так что психологи, девочки, это в том числе и все остальные врачи, и терапевты, и лоры, и вот эта вся история, не помню больше названий.